Дети реагируют по-разному. С каждым годом все сказка больше развеивается, но все-таки как бы дети рады все равно видеть. Эмоции очень разные. Кто-то боится Дедушку Мороза, хотя я добрый, дарю праздник. Кто-то, наоборот, очень сильно любит. Любит до того, что страдает борода Дедушки Мороза. Снегурочка, здравствуй, здравствуй, моя лапушка. Это утренники для театрализации похищения Снегурочки для детей, работников различных предприятий. Смысл в том, что Снегурочку похитили и решили, что праздник у нас не состоится без Снегурочки. Дед Мороз тоже не может быть без Снегурочки. У нас герои тоже практически все. Баба-Яга, Леший, все из наших русских народных сказок. Раз, два, три, ёлочка, проверим!